Даже на 2 секунды. Убери камеру, а? Игорь Сергеевич, сюда, в середину. Игорь Сергеевич, в последнее время было довольно-таки интенсивное военное сотрудничество между нашими странами, которое сейчас вроде бы угасло. Есть ли планы возобновить его? Мы хотим и готовы возобновить наши отношения в полном объеме во всех тех областях, которые представляют взаимный интерес. Я думаю, что и в военной области у нас имеются очень перспективные возможности для сотрудничества. Это конкретные темы. Это ООН, это ОБСЕ, это Совет Европы. Это... хорошее место.